Так, всем добрый день. Вашему вниманию представляется распаковка сабвуфера фирмы Pioneer. S21W. Представляется стандартная упаковка. Так, ну и произведено, как обычно, у нас все в Китае. Так, ну и давайте вскроем данную упаковку и посмотрим, что находится внутри данной упаковки. Так, внутри находится тут диск от компании, продающей данное оборудование. Так, инструкция эксплуатации, кстати, инструкция эксплуатации и для сабвуфера, и колонок, которые мы рассматривали, когда распаковывали колонки 5.0 S11, поэтому там и было написано S21W, то есть то, что инструкция находится здесь. Так, кабель подключения, тюльпанчики непосредственно к ресиверу. Так, ну и внутри также находится кабель питания европейской вилкой, ну и обычное подключение электроприборов. Так. И непосредственно внутри упакован ресивер. Так, сейчас я поставил его головой. Потому что здесь положен динамик. Так, ну и 4 ножки на винтах. Так, единственный отрицательный момент, динамик ничем не защищен. Может, какую-нибудь сюда либо сетку, либо еще что-то, поэтому возможно при желании неаккуратном доставании повредить данный сабвуфер. Так, сам сабвуфер черного цвета.
Фаза инвертор. Так. Индикатор работы. Так, вид сверху. Так, вид сзади, здесь включение-выключение. Дальше уровень громкости, минимальный, максимальный, предустановка. Также изготовлен в Китае, ну и 220-240 Вт, ну и потребляемая мощность 25 Вт всего лишь. Так, разъем подключения сетевого шнура к розетке. Тут включение, отключение автоматического, ну, перехода в режима сна, так называемого. Ну и непосредственно сам разъем для подключения к ресиверу. Так, ну и вид сбоку. Данного сабвуфера. Так, ну и изготовлен качественно. Передняя панель пластиковая. Это у нас ДСП дерево. Ну и обтянуто черной пленкой. Так, ну. Всем спасибо за внимание. Кому был полезен данный обзор. Так, всем удачных покупок. До новых распаковок.